Представьте, что вы прогуливаетесь по оживленным улицам Одессы, где каждый булыжник шепчет истории о прошлом, а каждый ветерок несет с собой аромат Черного моря. Я приглашаю вас в путешествие по этому яркому городу, известному не только своей живописной красотой, но и теплотой своих жителей и богатством традиций. В Одессе традиции – это не просто слово, это ритм повседневной жизни. От оживленных дискуссий на шумных базарах до безмятежных полуденных посиделок с кофе в причудливых кафе город процветает благодаря своему культурному наследию. Люди здесь, с их остроумным юмором и заразительным смехом, душа города. Они бережно хранят свои обычаи, будь то празднование яркого фестиваля или семейные застолья с блюдами знаменитой одесской кухни. Но очарование Одессы не ограничивается ее традицией. Прогуливаясь по историческому центру, вы увидите архитектурные чудеса, которые многое говорят о его эклектичном прошлом. Знаменитая Потемкинская лестница, символ кинематографической истории, благодаря броненосцу Потемкину Сергея Эйзенштейна, предлагает не только потрясающий вид, но и прогулку во времени. Музыка и танцы играют ключевую роль в одесской культуре. Звуки скрипок и аккордеонов наполняют воздух во время местных праздников, а народные танцы объединяют всех. Так что, если вы когда-нибудь будете тосковать по месту, где культура пульсирует по улицам, а история встречает вас на каждом углу, Одесса ждет вас. Здесь каждый момент – это праздник жизни, свидетельство несокрушимого духа ее народа. Присоединяйтесь ко мне, и давайте вместе ощутим биение традиций в Одессе.